Ну что ж, всем снова хайку, друзья! Гоу! Враг атакует город! Всемогущий потерян! Потерян? Как это возможно? Уничтожен! Тем самым стражем, который как-то вернул себе силы и втоптал в грязь наши войска во всех уголках этой системы. Ты бы знал это, не теряй ты попусту время на общение с машиной и существом, которое якобы говорит с ней. Следи за Тоном, консул. За Тоном? Мы не можем достичь цели, захватить эту силу и освободить Кабал. Впервые за всю великую историю Красного Легиона крах! И все из-за тебя и твоих увлечений. Посмотри на своего странника, Домину. Клетка готова. Время пришло. Возьми то, что по праву твое. Получи эту силу. Скажи мне, глашатай, чего еще хочет от меня странник? Гол, я говорю за странника. Но странник не говорит со мной. Хватит этой одержимости. Ты уже был избран не какой-то мертвой машиной, а мной. Я выбрал тебя, когда нашел тебя. Помни, кто ты, что ты. Ты же Кабал. Кабал не ждут милости. Ты возьмешь свет, исполнишь свою клятву и отомстишь за меня, как и обещал. Посмотри на меня, ученик. Посмотри! Я выполню клятву, мой друг. Я был, и свет будет моим. Ну что ж, надеюсь, вам хватит этого пафоса для начала серии. А пока начинается потихонечку новая миссия. Новая миссия. Не знаю, что там будет, не помню уже. По-моему, атака на город. Что, в принципе, логично. И как бы на этом закончится Destiny. Оригинальный Destiny. Странник. Что это с ним? Завала, мы вернулись и готовы. Как всегда. Опять под хорошую Страж, музыку. Ты еще с нами? Мы в порядке, но вот странник. Поэтому мы и здесь, чтобы остановить безумие. Мы с Икорой выдвигаемся в точку сбора. Кейт уже там. Перенесемся к страннику через телепорт Вексов, если доберемся до него. Мы вас прикроем. С возвращением, Страж. Рада, что ты с нами. Я тоже. Регион использует эти барьеры, чтобы заманить нас в ловушку. Я могу взломать сеть и отключить барьер на короткое время. Секунду.
Ну, потребуется немножко подождать. Сначала, давай ты не будешь мне мешать. Странно, что, кстати, эту миссию никто не проходит. Ну да ладно. Обычно просто здесь полно народа. Открываю же барьер, девочка. Отключила барьер, двигай! Прорвались! Понял, мы почти у точки сбора. Кейт, телепорт работает? Ау! Ах ты сво... Есть, почти готово. Как я и знала, нельзя доверять Кейду свою работу. Я все слышал, Пончо. Так. Здесь нет никаких канистров с бензином, потому что это город, и поэтому взорвать кабал так просто у нас не получится. Но никто не отменял их смерти от какого-то другого оружия. Например, нашего. Относишься к грузовым волнам. Мы снова в тупике. Здесь еще один барьер. Держись, я помогу. Рейс долбануло сильно. Ладно. Бегом, пока барьера нет. Барьер восстанавливается, быстрее! Кейт, мы засекли отряд Красного Легиона. Заходят с фланга. Докладывай. В следующий раз ты пойдешь чинить технику вексов под обстрелом. Не высовывайся, Кейт. Мы почти у цели. Ну, я тоже почти бегу. Так, ребятки. Вам не застать меня врасплох. Я готов к любым вашим секретным каверзам. Я знаю, как вы думаете. Упс, как было неожиданно, наверное, больно. Ну, кстати, ребятам с щитами еще можно вправлять по балде. Знаешь, в чем твоя проблема, чувак? Если я тебя один раз увидел, я знаю, где ты. И твой засвет тебе не поможет. Корой в точке сбора. Кейт все еще возится с телепортом. Я могу либо стрелять, либо чинить эту фиговину. Что-то одно. Потому что мне отстрелили руку. Кейт, нам нужен телепорт. Долго мы тут не продержимся. Они напирают. Страж, нам нужна твоя помощь. Иду. Странник. Гоул придумал, как выкачать свет. Другого объяснения я не вижу. Страж, мы должны остановить его. Если он получит свет, это конец. То я умру. Это грустно, грустно умирать. Грустно умирать, когда ты бежишь куда-то, мать. Вашу мать. Грустно-грустно. Умирать. Да чё ж тебя, дери за чёрт.
Нет, это было слишком низко для тебя. Маленькая дряхлая скотина. Почему ты все время, мать-то, неуязвим? Так, щиторогов мы убили. Ну, а с остальными, я думаю, разберемся. Ибо остальные — это меньшая проблема. Так, нам, по-моему, туда. Икора, Кейт, если мы не выберемся отсюда живыми, знайте, для меня было честью сражаться вместе с вами. Если мы умрем, то хотя бы умрем в тени странника, мой друг. Мы вот-вот сдохнем, а ты все равно речи толкаешь? Не, это, конечно, определенно круто, но... Знаете, по мне не важно, как сдыхать. Если ты сдохнешь, ты сдохнешь. А это не повод тому, чтобы жить. Потому что тебя не будет, если ты даже жить не сможешь. Это значит, что лучше не дохнуть. Неджиранимо! Ое! Пора поубивать кабал. Мы не сможем телепортироваться. Надежда только на тебя. Спаси странника. Кейт, как же ты без руки, черт. Рогатый. Работающий, а если повезет, и стабильный врата вексов. Раз, и ты стоишь рядом со здоровяком. Иди за авангард. За странника. Чтобы все было не зря. Это всегда была твоя война. Иди. Уверены? А, все равно мне эта рука надоела. Следующей будет встроенная ракетная установка. Ну, логично, так круче. Ладно, Кейт, за тебя, дружу. Ты сможешь. Я верю, что ни хрена я не смогу. Ты на флагмане Гоула. Ближе к страннику тебе уже не подобраться. Не теряй мужество ради всех нас. Ну что ж, поехали. Я догадываюсь, что их можно не будить. Но почему бы это не сделать, раз можно? Лишний экспириенс никогда не лишний. Так, ладно. Цепная хренотень готова. Мы выступаем. Так. Почти дошли до флагмана. Странник, мы почти на месте. На черт тебя дери, почему бы нет? Почему бы и нет, ребят? Почему бы и нет? Все равно не скоро предвидится воспользоваться этой хренью. Твою мать, как я ненавижу то, что будет дальше. Может быть. Грёбаный странник. Что ж с тобой сделали эти твари? А ведь гол вон там. Ожидал, что странник снова отправит тебя ко мне.
Посмотри на меня. Я Доминус Красного Легиона. Гаситель Солнц. Разрушитель тысячи миров. Победитель богов и поработитель света. Имя мне Гоу. И я стал легендой. Какого он высокого о себе мнения? Мне кажется, пора изменить его мнение. Или наше. На этот раз ты не уйдешь! Да я особо никуда и не собирался. Ваш странник должен был выбрать меня! А теперь слишком поздно! Посмотри на своего мертвого бога! Больше он не спасет человечество! Я Гоу! И я взял то, что мое по праву! А знаешь, почему он тебя не выбрал? Потому что Гоу, ты лошара. Порубаемся с Гоу! Блин, он не восприимчив к мечам, это обидно. Ну ладно. Думаю, мы сможем что-нибудь с этим сделать. Теперь сможем смахнуться на тех же условиях, но с голом. Дружочек мой, я тебя жду, ты где? Вылезай. Ты мне, можно сказать, нужен. Я без тебя не могу. Я всех твоих солдатиков перебил. Вылезешь? Вот это взял. Я знаю, за что мне бороться. А голос сыт, поэтому неуязвим. Ах, вы маленькие мрази. Меня атаковать. Все равно он не видать наш великий свет. Умри, Гол, тебе не суждено стать им. Мне жаль тебя. Ничего не знаешь о жертве! Ничего, что стоит знать! А ты ничего не знаешь о том, как быть... нами. И это последний нет. день.
Странник, посмотри, кем я стал. Я бессмертен. Я Бог. Ты проиграл. Узри начало новой эры. Вот такая вот концовочка, друзья мои. Надеюсь, вам понравилось. Но это ведь только начало. Свет живет во всем вокруг и во всех нас. Можешь заслонить его, можешь даже попытаться запереть его, но он всегда найдет выход. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Так заканчивается Destiny 2. Но это не значит, что мы закончили прохождение по этой игре, так как впереди нас ждет еще минимум 3 дополнения. Это Осирис. Насколько помню, какое-то там оружие в виде Распутина. И, по-моему, это Отверженные. Короче говоря, досматривайте титры и ждите, впереди еще 3 дополнения. А это примерно, ну, минимум часов так эдак 20 контента. Ну, хотя нет, я думаю, поменьше на самом деле. Часов 20 у меня заняло примерно прохождение оригинальной кампании. Ну, возможно, будет что-то интересное. Посмотрим. Ну, часов 10 точно, я думаю, займет. Ладно, всем еще раз спасибо, всем пока, удачи и успехов, друзья мои. Увидимся в следующей серии, но уже по-другому дополнению.
Ну что, друзья, досмотрели до конца, да? Я тоже вместе с вами. Не знаю, что вы ждете и ждете ли чего-нибудь, но дальше будет только следующая серия, ну и немножечко концовка этой. Ну, то есть, больше я ничего и не буду делать. Как бы. Ладно, всем пока.